Добрый вечер. Старший госинспектор, технический надзор, Киевская ГИБДД. Операция по проверке транспортных средств, перевозящих пассажиров. Выставьте, пожалуйста, свои удостоверения с регистрацией транспортных средств. Все в порядке, ничего не нарушаете? Не, все нормально, командир. Давайте аж путевочку, пожалуйста, будь добры. Полицейские проводят операцию. Как, по вашему мнению, как водитель, правильно они делают вообще? То есть, ну, полицейские. Так, то есть все правильно? Правильно. Но, например, эти проверили машину, вот так. Да, тогда будете оплачивать еще в одном размере, плюс это штраф по 2,25. Счастливо. Разворот. А вы подумали, что вас не увидят, или так как-то получилось, торопились? Ну, если бы я видел, я бы не стал. Ну, а как вы думаете, правильно полицейские делают, что штрафуют? Не правильно? Ну, что штрафуют, конечно, правильно делают, конечно. Но тут надо по-другому решать вопрос. Ну, а ваше мнение, как его можно решить? Есть у вас мнение? Мое мнение? Конечно, закрыть вообще эту улицу для проезда обычного транспорта. Оставить только автобус, как сделано на всех конечных станциях метро. Спасибо, удачи. Пробок здесь не будет, и дальше не будет свободней, потому что не будет здесь этот проезд. Вот я перешел дорогу в неположенном месте, тоже правильно. А вдруг машина? Меня два раза сбивала, я вот сейчас просто спешил. Конечно, правильно. Закон есть закон. То есть сейчас вас штрафуют, да, полицейские? Да, 500 рублей. Завтра заплачу 250. Это по-божески. Полицейские проверяют микроавтобусы, маршрутки, такси. Вот насколько это нужно вообще нам в Санкт-Петербурге? Ваше мнение?
Ну, вообще, сколько вещи, как правило, вот, в плане водителя и всего остального, все очень безопасно в плане технического состояния. Наверное, лучше нужно на наличие всяких взрывных устройств проверять, что более опасно. Правда? То есть я ни разу поломки не было. Замечала, да, есть... не было. Я каждый день езжу на работу, обратно, то есть, водить себе все это. Хорошего депутата. Может, мне везло, все, я не знаю. Я думаю, что правильно, конечно. Безопасность пассажиров — это прежде всего. Ну а у вас были такие случаи, что вы ехали, какая-то поломка, или водитель как-то быстро ехал, или еще какие-то? Водители по телефону разговаривают. Это проблема, да. Везет людей как по рации. Очень много водителей узбекской национальности, как будто первый раз сели за руль. Я сам просто разговаривал с людьми. Они говорят: просто покупаем права, сосед учит, показывает как, а потом приезжаем в Россию, устраиваемся работать. Вот и все. Ну и езда у них, создание аварийных ситуаций на дороге, обгоны, резкие торможения. Я просто сам вот я говорю, вот на днях разговариваю с узбеком. Он говорит: у меня все категории. Я говорю: тебе еще 20 нет. Говорит: $300 у нас. Все категории, а кто проверит? Сейчас они пассажиры за нами идет. Это не наши методы. Я по закону работаю, видите, блин. Молодцы. Полностью порядок. Ребята, так все, блядь, да, 3 месяца с пробежками, так вы и не ловите. Мы всех ловим. Да, молодцы. Так, у вас на ветровом стекле стол трещин, ветровой стекла, вы не работаете с прибором. И также у вас... Что не работает? Сколы, трещины ветрового стекла. Не шпон, видимо, что запрещено согласно своим положениям по должности транспортного. Вы можете пока машину подождать, сейчас ставится материал по 12.1. Сейчас поменяем его на 12. Почему их не проверяют? Их не проверяют, а нас вот незаконно такое, да, вот причина еще. Если причина искать, впереди смотрите, какие машины стоят, людей будет, детей будет. Почему вот незаконно их не штрафуют? Вот вы понимаете? Да, я согласен, надо, они требуют, я с ним не могу спорить, но, конечно, надо переобувать. Но у меня возможности нет купить две, чтобы переобувать. У меня есть один костюм, ну, на днях, как говорится, пенсию получу, я поменяю. Да, это чисто правда. А погода, вы видите, какой? Ну да, сейчас они правы. Ну, если взять, то правда сказать. Ну, а по-другому лицензию проверяют. А что мне проверяют лицензию? Вот проверяют впереди, что там творится, ё-моё. Полностью у меня порядок, он перестает к лобовому стеклу. Если иди, посмотри, любой машине, блин, вообще садиться невозможно впереди. Пускай снимать их, посмотрим, какой. Лобовое стекло неделю назад у меня сломалось. Ничего, мне нигде это сделать. Что за это? Должны я убиться, что ли? Это согласен, как бронировать надо, я против. Но то, что они делают, одно делают, второе не делают, меня это бесит. Почему я каждый год 24 тысячи я налога плачу, у меня все здесь, у меня полностью порядок. Почему часто каждый метро меня проверяет? Меня это очень убирает. Почему? Я согласен. Пускай со штрафой, штраф правильно, да, нарушил, получай, штраф плати. Нарушил, наказание пускай должен получить. Я этого, как говорится, не против за это. Вас оштрафовали, что вы переходили через улицу в неположенном месте. Вот скажите, ну на самом деле, правильно они вообще делают, полицейские? Нет, вообще правильно. Ну, водители также платят штраф за нарушение. Работа. Также и пешеходы должны платить штраф за нарушение. Ты сами виноваты, мы знали.
ваше мнение, правильно делают полицейские, что проводят такие рейды? Нет, правильно делают, а то, что пишет, это неправильно. То есть, как по вашему мнению, надо просто предупреждать, но не штрафовать? Вот абсолютно правильно, да. Старший госинспектор, технический надзор, Кировская ГИБДД, Александр. По какому праву меня снимают? Водительская, пожалуйста, будьте добры, все средства регистрации, транспортное средство. То есть такие операции нужно проводить? Считаю, что да. А какое у вас нарушение? Никакого. Вообще никакого? То есть они вас просто к вам пристали? Просто пристали и все. Вот нагло пристали. Это просто человек из будущего. У него путевка выдана заранее. Заранее. Путевой лист. А, то есть полицейские все-таки правы? Да. Ну не я же виноват в этом. А кто, по вашему мнению? Который. Ну, то есть, все-таки вы согласны со штрафом? Для себя нет. 1929. То есть, надо, чтобы штрафовали контору? Конкретно, конечно. Почему вы нарушаете правила дорожного движения? Ну, я не знала. То есть, вы переходили в неположенном месте, да? И вас остановили полицейские? Нарушая правила дорожного движения. Вы должны по подземному пешеходному переходу переходить в проезжую часть. А я так был уверен, что самый лучший пешеход – это водитель. Никогда не перейду в неположенном месте, не буду перебегать. А потому что понимаете, то, что вы создаете ситуацию аварийную, и там тут сразу становится такая ситуация, что ты не успеваешь реагировать, а тем более здесь много машин, ты из-за машины выскакиваешь, это самое. Я тоже не стал, я бы не поленился, я спустился бы и поднялся. Пойдемте, будем вам учить правила дорожного движения. Проходить документы есть, паспорт. Стоящий личный. Два пешехода. Хорошо. Да, вот сегодня с утра мы сюда подъехали, мне человека забирать. Как нельзя останавливаться вообще? И я вот сегодня наблюдал, просто 5 машин вот тут вот прям. У вас есть место перед остановкой остановитесь. Нам не нужно объяснять. Мы знаем, что играл в движение, вы также знаете, правильно? Как выполняет свою работу? Вы же просто выводите, водительское получили. Будьте любезны, есть правила дорожного движения. Проходит рейд, и вот за это время рейда насколько много выявлено нарушений и основные какие нарушения полицейские? Ну, силами ГИБДД по Кировскому району города Санкт-Петербурга, значит, было составлено около 50 административных протоколов. Разные нарушения по статье 12.29, если нет, пешеход, переходивший проезжую часть не в зоне пешеходного перехода. Остановка стоянки транспортных средств под знаком 327. Езда по тротуару. Также во время операции было выявлено 2 лица без регистрации, находящиеся на территории города Санкт-Петербурга. И таксисты без лицензии, тоже 2 лица. Какие планы у полиции? Такие рейды проводить часто? Ну, как показала практика, они приносят результаты. Под знаками никто не паркуется, на тротуарах тоже никого нет. Пешеходы переходят проезжую часть по подземному пешеходному переходу. Будем, естественно, стараться как можно чаще проводить данные мероприятия.